Мне очень понравился этот блиц. Действительно, вопросы как будто под меня писались. Но мне это все близко. Я в какой-то степени считаю себя человеком разумным и, естественно, интересуюсь судьбой своей страны, и своего народа, и общества, и детей. Но просто будьте осторожны в будущем, потому что это вам как повезет. И бывает, нарветесь, что... Ну ладно.